Зимняя декада скидок на Почте России стартовала 3 декабря и продлится 10 дней. За это время у всех желающих есть возможность подписаться на газеты и журналы со значительными скидками. Выбор корреспонденции огромен и способен удовлетворить любые запросы и предпочтения клиента. Очень, которые популярные издания, вот в это время их очень хорошо выписывают. Такие, как «Сам себе лекарь», «ЗОЖ», «Тысяча советов». Вот это очень популярные, которые пользуются спросом, и в это время можно подписаться по льготной цене. Для каждого издания своя скидка. Например, в эти 10 дней дополнительно к скидкам издательств Почты России снижает стоимость доставки федеральных СМИ, включенных в каталог почты на 10%. На поставку региональных газет и журналов на 15%. Оформить подписку на издание можно на любой срок. Самый минимальный – 1 месяц, а максимальный – год. Сделать это достаточно просто. Придите к нам в любое отделение почтовой связи, возьмите бланк СП1, заполните наименование журнала или газеты, которую вы хотите выписать, ее индекс. Если вы не знаете индекс, вам подскажут операторы. Они даже советуют, что можно дешевле выписать. Есть же аналоги журналов друг друга, можно которые подешевле выписать. Все заполните. Если нет, то вам помогут и заполнить обязательно, особенно пенсионерам. Мы помогаем. У нас есть уже готовые бланки. Также для удобства клиентов можно оформить подписку, не выходя из дома. Для этого достаточно зайти на официальный сайт подписка.почта.ру и из большого разнообразия с помощью электронного каталога выбрать нужное издание. Данный сайт полностью адаптирован под мобильные устройства, что позволяет с максимальным удобством оформить подписку не только с персонального компьютера, но и со смартфона или планшета. Текущая декада льготного периода – это отличная возможность выписать для себя любимое издание по льготной цене или сделать близким приятный новогодний подарок. Всех жителей города приглашаю к нам в отделение связи подписаться на наши газеты и журналы.